Они попробовали. Директор своими играми создал кучу роликов этого турнира. Понимаешь, он специально вводил людей в заблуждение. А тут мы видим Warlock. Замес. Просто идет ПВП. ПВП или засал на первом уровне. И гирокоптер уже начинает, боже мой. Гирокоптер, зомби. Как они вообще это сделали? Вообще не зашли и бежали. Обалдеть. Что это такое вообще? Где зомби был? Почему зомби нет на руне? Почему гирокоптер и Warlock идут, а зомби стоит сзади и там чешет репу? И бьет баклуша. Что это за дота? Колы, вы же главный претендент на выход. Репа почесана, баклуши набиты. Ну да, это... Кстати, в триплу, еще и посмотри на их хак, они еще и хитрые. Они идут в триплу на топ с визажом, морфом и Леоном. Не могу сказать, что они умные. Я испытываю восторг при виде такой триплы, но она здесь кое-что может. Я думаю, пока восторг в первую очередь испытывает Сан Кинг, который стоит один на один против Квапы, и он, по-моему, вообще еще ни одного крипа не добил, в то время как Квапа чувствует здесь просто великолепно. Поэтому, на самом деле, стоит задуматься, а стоило ли вообще идти на харду против зомби? Вообще, кто придумал идти на харду против зомби, если даже на легкой у ребят проблемы? Нет, знаменитая стратегия, давайте убьем зомби. Нет, знаменитая стратегия, давайте убежим от зомби, и тут сделали более именитую стратегию, а давайте поставим Папу хард, и она изнасилует Сан Кинга, и убьем еще сверху. То есть пока Ехак проигрывает все две линии. И, кстати, возможно, даже Warlock в центре что-то покажет. Неприятный парень против Пака. Ну, в общем, Warlock — это тот герой, которого просто не прохарасит, не убить, если он правильно все делает, потому что у него этот хил, и он слишком сильный. Не, ну Warlock-то точно, Warlock-у нужно убивать Пака. То есть здесь, на самом деле, ты когда стоишь, тебе, возможно, даже стоит не покупать ботл, сделать фаст фейзы и добивать вообще всех крипов. Ну, это как вот один из вариантов. Или, может быть, там фаст медасик или еще что-то, потому что будет выглядеть точно. Не, просто если ты делаешь фаст ботл, то ты делаешь вот то, что сейчас делает Warlock. То есть ты кидаешь только на него хил. Да, и бьешь с руки желательно еще. Ну, хил Warlock — это та вещь, которая апалась, вот как сделали из первой доты вторую, хил Warlock постоянно апали. Его апали, длительность, потом урон, потом длительность и урон, но Warlock все равно при этом не очень заходил, но как мы видим... Потому что, наверное, не то апали, то есть хил он полезен только на лейнинге, но самое полезное — это вот фатал бонды и замедление. Их, кстати, тоже долгое время апали. Ему бы понизить немножко кулдаун на големов, потому что, как по мне, ну, слишком уж большой, собственно, 165 секунд. Покупай вторин, понижай кулдаун. Ну да, но, блин, все равно, то есть, ну, большой. То есть он вообще герой, считается, одной кнопки, да, ты идешь, кидаешь голема, и вроде бы всех убиваешь, но с другой стороны, враг может убежать от голема, враг может там сдифузить твоего голема, враг вообще много чего может, а ты ничего не можешь без голема. Слушай, Сан Кинг-то выровнялся? Сан Кинг, да, посмотрим, как он вообще это... слушай, он молодец, он, кстати, хорош, он пассивочкой. Пассивочка? Он специально пушит линию против Квапы для того, чтобы она не могла его харасить. Ну, для того, чтобы она не могла бить, когда вот там мало крипов, когда вот они стоят ровные, ты его постоянно бьешь, и вообще мужчина... Слушай, давай посмотрим дальше, что он тут делает. Ну-ка. А может быть, он еще и песочком даггер тот же, кто его знает, да? Возможно. Возможно, давай посмотрим. Она просто не кидает в него. Ну, видимо, потому и не кидает. Да. Вот это да, фантастика. Браво, Сан Кинг. Да, Сан Кинг хорош. Ну, короче, все, мы поняли. Мы его раскусили. И перемещаемся теперь наверх. То есть, если посмотреть наверх, здесь просто крышка. На самом деле, не такая уж и крышка. То есть, ребята как-то умудряются стоять на этой линии. Ну, их понятно. Тут дазл, зомби и гирокоптер. На три героя у вас ноль станов. И вот это главное условие, чтобы работал зомби, оно не работает, потому что враги банально от тебя убегают. Причем морф убегает в слева. Параллельно Визаж просто кастует первый, у него там 30% движения. Вот сюда. И пока... Алён просто не подходит. Пока их аги стоят достойно. Выходит на руну. Зомби, реген. Ой, как нехорошо. Тут сейчас Warlock с регеном будет. Ну, короче, Паку тут уже конец. Смотри, он просто хилится по кулдауну. И Warlock еще и реген. Да, тут много будет. Очень много. Бедный Пак. Ну, бедный. В общем-то, в это всегда была сильная сторона Warlock, он очень сильный на линии. И Warlock еще очень хорошо стал добивать крипов. Вот мы видим по крипстату 14 на 4 против 21 на 10. И сейчас, если Пак, ну, каким-то образом не оттянет линию к себе на хайграунд, то Warlock, ну, и дальше будет его месить во всей красе. Ну, через, кстати, прикольно, через банды харасит. Смотри, кинул банды и давай наяривать. Дамага входит довольно-таки много. Он может сейчас убить. Он умер. Лол.
Ну, это классика жанра. Ну, да. Пак не ожидал, что банды, видимо, кинет. Он думал, он там плюсики, а он усыпил его бдительность, и победа. И шестой левел. И шестой левел, и реген есть. И реген. Самое страшное. И давай голема сейчас на голову. Обалдеть. Так, Квапа, пока мы следили там за Варлоком в медиа, Квапа, Сэнкинг резко... Вот смотри, за ним следили, он вроде бы, ну, стоял, все грамотно делал, потом мы перестали за ним следить, и он что-то вообще, по-моему, вообще ни одного крипа после этого не добил. Шестой левел. Может... Да вообще может в один момент вообще забить на линию, например, уйти в лес и там начать фармить. Может попробовать загангать, например, Вайлока в меде через Сайленс Пака, ну то, тоже вариант. Или помочь ты плюс сверху. Где там зомби и помогать? Паку опять минус полстолба, банды и все очень плохо. Стоит призадуматься Паку, что может быть ему вообще вниз пойти, потому что раз уж так сильно овнит его на меде Вайлок, то можно поставить сквиной, потому что... Там, ну, даггер ты задоджишь, если она в тебя прыгнет, то ты просто делаешь орбаут, и, ну, так работает комбата. А пока тут просто на меде мясо. Да, варлок прям так знатно отрывается. И еще сапог себе купил. Чувствую, медасик будет делать. Так, Леон забрал хосту, бежит за Квапой. Квапа грамотно понимает, что снизу ее ждет на Борострайке. Сверху на Паку напали. Паку. Ну, Пак уже, да, погиб. У нас тут у Пака тяжелая судьба. Его бегают и карают, и выходит у нас на Марфа. Морфеевич у нас имеет форму, поэтому стараются взять визы же, он также у нас отступает. Заставили его убежать, и теперь можно спокойно идти и забирать тавр. Что и делают? Отличный выход получился. Забрали Пака, да еще и тавр сейчас надамажит. А возможно даже и заберут. Просто в щи его переиграл Варлок. Да и всю команду. И нечем сагрить издалека, то есть нет какого-то супернюка, чтобы можно было позвать крипов к себе. Конечно, насколько жесткий был ласпик, то, что он просто сейчас овнет. Я думаю, жесткий был не ласпик, а Пак, который, ну, очень сильно прыгал. Да, можно, конечно, ну, расчет на то, что Варлок сильный, но не так же, что просто Варлок бегает уже 7-го левела, в то время как Пак. Не, ну, пятым. Если что, Варлок, он реально Паку мало шансов оставляет. Ну, не так, боже мой, я про это имею. То есть не так же он должен его убивать, Соляну. Ну... Ну, как бы я видел Паков против Варлоков, и они что-то могли. А тут совсем опустились руки. Ну ладно. В принципе, по крипам он еще не так сильно проседает, но вот эти два фрага, они очень много дали. И то, что особенно после второго фрага Варлок еще смог вышку запушить, это вообще печаль. Да. 1851. Так, снизу тем временем у нас Морфинг перетянулся. Понимает то, что сверху они, ну, выжили почти максимум, теперь лучше всего оставить там в саппорта. Нападает на Морфеевича Квапа. У Морфа нету регена, без ПТ-шечка. И ему теперь здесь невозможно стоять, потому что Квапа будет его прогонять. В центре у нас какое-то движение Пепси, что-то Леон с Паком решили напасть на Варлока. Я тут сдохну. Там, да, и убегаем, ребята. Ну, как хорошо, кстати, развели на ТП. Да и там бы ребята потратили. Ну да, но Варлок, обрати внимание на количество хп. В принципе, здесь как-то психанули на самом деле игроки комплекса, потому что Варлок под своим хилом 800 хп, его вообще никак здесь не убивали. Да, там бы там захилил бы себя еще на 300 с лишним, 50 с лишним плюс зомби. Ну это сейф такой, сейф. Ну да, имеете преимущество, зачем рисковать, зачем как-то пытаться... сливаться. И вот так вот теперь вот, если продолжать ну, делать такие короткие вылазки, то можно смело заявить, что ребята-то смогут спокойно разводить ребят, потому что вот зомби он есть, но в таком пике ему очень тяжело себя реализовать, пока они не пойдут пушить в лоб. Учитывая то, что Квапа, Варлок и Гирокоптер, они немножко тонкие, пока там не купят себе БКБшечку или что-то еще, то это невозможно. И у Ехак появляется нереальное пространство. И вот единственное, что меня смущает, то, что снизу стоит Дазл на харде, фрифармит, а Ехак стоит втроем сверху, непонятно, что они здесь делают. Ну вот стоит вот Сэнкинг, нет, Пак стоит фармит, да, бежит сюда Морф, еще чуть-чуть нападение на Сэнкинга, который очень хорошо расставался к Квину Пэйн, взлетает Галлен сверху, нужно аступать, кастует у нас замедление, потрясающе работает замедление. Да, замедление отличная штука, в итоге минус Сэнкинг, также падает от андайинга у нас визажа, 4-0 уже становится счет Квапа, готов влетать в Леона, дает ему замедление, скрим, тычку, минус Квин оф Пэйн, привязывает ее Пак, но Квин оф Пэйн... Ну, Пэйн уже имеет фуловый хп, Пак просто отсюда уходит, 5-0. Какой разнос от комплексити. Да, и, кстати, на самом деле хорошо они ворвались, почти забрали Queen of Pain, и немножко им не хватило, но... Замедление Варлока сыграло.
Ты знаешь, у меня такое ощущение, что вот Варлока просто вот давно не пикали, немножко забыли их, как против него играть, и вот это немножко сейчас им стоит игры. То есть немножко подфидел пак, потом немножко замедление потом, зашло потом слишком круто. С Големом решили подраться, и в итоге минус 2, да. Знаешь, это так MVP в свое время мочили, тоже так. А мы берем Варлока, и все не знают, как против него играть. Нет, там сначала все говорили, вот особенно наши любимые аналитики, что они знают, как против него играть, но как мы знали, что... Не все так просто с этим парнем, который кидает тех големов на голову и там потом еще банды. Ну, сильный, просто как бы с ним вот практически нереально драться. Тут сверху, смотри, очень сильно врывается Леон с Визажем, гонится у нас за гирокоптером, также и зомби, ставят тамбу, ребята в итоге начинают убегать, подходят с ним, но у него нет блинка, и Леон... Да, Леон стрял. Стрял Леон и параллельно ракетка за Визажем, поэтому ему нужно убегать, потому что его будут не отпускать. Подходит сюда та же зомби, квапа и... Конец. Погибнет. Да, погибнет. Ну, даже от квапы. Пак он хочет постараться ставить Дымскойл, не по помощи. Синкинг находится далеко, квапа выживает. Синкинг у нас крадется по кустикам и гирокоптер рядом. Так, Пак теперь просто развлекается, он понимает, что его здесь никак не взять. А вот Синкинг попался. У него нету Боро Страйка, поэтому он не может убежать. Активируется на полную, но зомби его не прощает. 8-0. О, кстати, уверенно играет Варлок, сбивает вышку тем временем. Да, мне нравится, как играет Complexity Gaming, потому что они идут и навязывают свой замес. То есть они понимают, что враг не сможет, скорее всего, их... ну, точнее, они не смогут поймать врага, поэтому вместо того, чтобы бегать за ними по карте, они просто нападают на тавр. И что я говорил, что Екак, если они пойдут за мясо, мы видим, что они идут за мясо, да, там нападают на зомби, он там бай, просто вся команда убегает. Я не знаю, вот сильнее связки героев, чем зомби и варлок вот в такой вот я ситуации. Тоже не знаю. Это вообще самое жесткое, что можно придумать, наверное. Плюс один, да. Игрокоптер еще добавить туда, это один из самых мощных эри. То есть пока ребятки у нас идут и героями дают. Да, причем прикольно, гирокоптер вообще одно ПТ, и он забирает тавру у зомбаря. Вот, то есть у них даже ничего нет, они просто характером дают. Да, ну как характером и силой своего пика, потому что соперник идет драться 5-5 против такого, против того, что у тебя есть, и это шикарный подарок. Морф — герой, которому нужно очень много фармы еще для того, чтобы что-то здесь смочь. А у Варлока уже полагонимо. Тут не только Морф, тут вообще, если посмотреть, то Леон бегает 4 левела, Визаж тоже 4 левела, и ребятки, у них сейчас проблемы с получением, ну, с получением этого левела. То есть если бы у вас была линия снизу, и у вас бы была возможность отводить, перепуливать, тогда бы все было отлично. Но учитывая то, что ТВРА вам снесли моментально, то у вас нету места, где можно получить для себя вот те самые части XP. Поэтому тебе необходимо... Так опасно. Поэтому тебе необходимо как-то, возможно, даже попросить своих кэрри оставить для себя частичку. Да, ну, пока вот. Что... Вот он. Выход Снитинга. Шестой левел... Нет, ладно. Я чувствую, знаешь, игра до шестого левела вида же может закончиться. Заходит лес. Какой там 16-й агарин, да? О, нападение на гирокоптера, паркир. Очень жирный, 1000 хп. Кстати, хорошо пробивает, получает грейв, подходит Леон, замедляет. Тут еще и пак. А навстречу мчится нам Варлок, у которого есть голем. Папа врывается и забирает у нас Леона. Хороший дримскоил по двоим. Потрясающий голем. Кастуется замедление. В итоге Синклинг остался один, забрали и бился пак. У пака есть арба. Ну... Можно убегать, папа может его постараться перехватить и... Нет, так у нас успевает убежать. Ну, тут в Мессину залагало, да? Минус 3, да. Варлок оказался как нельзя кстати. Один фраг забирают, 1-11 счет, ну и скорее всего станет 1-12, потому что пак здесь вряд ли куда-то уйдет. Хотя может даже и уйдет, но я смотрю на нетворсы, я вижу, что Варлок уже практически с аганимом на такой стадии, это фантастика. Да, ну то есть 4 голема, если он там еще формирует себе рефрешер, в минуте там хотя бы к 30-й, ну хотя бы это такое. Хотя бы к 30-й это довольно быстро. В общем, 4 голема здесь просто неубиваемые. Вот пиком ехак их не убить. Вообще, я не могу представить, как их можно убить на 30-й минуте. 2 големов и то не убить. Да что там 2, они с одним не могут справиться. А Варлок становится все сильнее. И он пока что только 10-й. То есть у него это первый голем. Голем 2-го уровня будет разносить
Мы их не убиваем? Ну, да, он и первого не убиваем. Птички визажи здесь ничего не смогут убивать. Ну, конечно, там, да какие птички визажи? Он шестой-то вообще есть у него? Нету. Да, шестого нету, у него только пятый с половиной. То есть, ну, шестого левела птица первого уровня без какого-то бурста, без Draw Ranger. А Draw Ranger не работает в этом патче. Ну, там, если она нажимает, вроде как работает, нет, но в любом случае. Нет. В любом случае это... Ну, по-моему, в любом случае это разнос, причем в салат. В общем, без шансов. Миско. Лол, теперь есть баг такой забавный у ихагов, они слышат комментаторов. Такое есть действительно в доте каким-то невероятным Dota образом. Ну, Dota 2, это все дела. Да. Когда-нибудь Valve сделают нам подарок и, ну, будут устранить баги. Даже предлагали этот стрейкл. Повтор. Это что за повтор? Это тазл, который фармил. Ну, тот в центре хороший замес. Они почти забрали Queen of Pain, но им не хватило чуть-чуть. Да. Был Леон, был Сэн Кинг, ворвались, дали станчик. И ее начали захиливать, вот ульта. И не хватило, ну, возможно, пака, который достали. Или Морфас его. Но было достойно, была достойная попытка. Да, в итоге минус 2. А видишь, вот он прилетел, я не знаю, зачем он прилетел, потому что он, в принципе, шел на мясо, лучше бы он, ну, до фарм не собивал. Просто необходим. Так, эх. Ну что, у нас продолжается игра? Да, продолжается игра. Пака здесь разрывают. Трипл килл в итоге делает у нас Queen of Pain, как ни странно, но Warlock не сильно расстроен, потому что его нетворс слишком огромный, чтобы расстраиваться в этой игре. В принципе, 3-0-3 у него, у Квапы у нас 5-0-4, ну и, в принципе, у всех к нулю, кроме Гирыча, которого сейчас смогли все-таки затыкать. У него 0-1-6, лол. Гирокоптер пока что не убийца. Но у него такой слабенький запах для... Не для такой минуты, а просто слабенький запас, потому что минуты слишком ранние. Добавлю. Зомби начинает драться с Рошаном. Рошан не может никого убить, потому что все время агрится на зомби. Прикольная тема. Ну и Рошан здесь упадет довольно-таки быстро. Голема используют для того, чтобы подфармить. Ну я думаю, что после этого Рошана уже будут пытаться не то что закончить, но потихоньку допушить вышки, подфармить решающие артефакты. Как ты говорил, Клопа тонкая, Гирокоптер тонкий, нужно все-таки дополнительные фармы иметь. Не знаю, я сейчас смотрю, по сравнению с Ехак, они все толстые. Ну, уже оверлевел просто, потому что. Они все толстые, тут Леон бегает, 500 кп. 12 тысяч. 12 тысяч, да. Десятка по XP. Птички идут наверх, ну-ка, еще один замес, вот он тот самый. Была, кстати, была хорошая попытка. Приди Варлок вот на 3-4 секунды позже, то ну, отделались бы легкими потерями. Но вот этот голем и замедление зашло просто шикарно в этом моменте. Вот он пак возвращается, все это в куче, и там по всем. И сюда. Боже, у Варлока уже есть аганим на 16-й минуте и 11-й левел. Да? Ну и с медасиком он не будет останавливаться на достигнутом. Конечно. Тем временем находит Сенкинга, большие проблемы у него, ну и аккуратненько его стирают. Дазл забирает фраг. Минус Сенкинг. Ну вот теперь волевой выход наверх. Попа у нас в позиции, летят птички, ее нашли, дают станчики, дримкоил, арпа мимо, попа уходит, тауэр забрали. И вырывается зомби. Один против всех. Какой я страшный, как я вовремя пришел. В итоге тауэр забрали, и зомби не сделал ничего, только потратил свой ультимейт. Кстати, ничего себе, он ульт качал. А да. У нас были зомбари, которые... Я тебе могу сказать, что на шестом он не вкачал. Он вкачал позже, возможно, как раз на восьмом. Ну, это нормально, к тому, что были зомбари, которые у нас собирали аганим фаст и качали ульту там на 13-м. На 13-м левеле первый ультимейт, да. Да, был тоже хорошо. Но в итоге, что мы знаем, то что нужно заняться сплитпушем. Мор, кстати, уже занимается, вот ему похвально, он не сдается и продолжает смотреть на то, как команда для него спейсит и толкать лайн. Та самая проблема, о которой ты говорил, 16 минуты игры и вышки слишком сильные для того, чтобы... Ну, кстати, нормально смотри, свои крипы... Крип, там... по-моему, слишком сильный для вышки. Все команды стараются его злупить, но он отхиливается. И еще дазл его хиляет. Я вспоминаю... И зомби его хиляет. Я вспоминаю Дредлис Бека, который... Ну, катапульта хиляет? Нет, ну и катапульта тоже, но он, короче, вешал на крипа Frost Armor на личе. Потом он как-то перегревал тавер из этого крипа, и этого крипа захиливал флаской за 100 голды.
Вот такие были пуши Адрет из БК. Да, нормально. За 100 голды он Тавру носил, ну там лишний, там, 100 хп. Между прочим, если бы не Дред, я так бы и не знал, что, оказывается, можно похилить. Да я думаю, много кто не знал. Когда пульт у умника. Ты представь, на нее, по идее, и плюс армор можно кинуть, и захиливать всей командой, и катапульт вообще в соляну разнесет. Ну, катапульт по цене крипа, а флаской, правда, нельзя, по-моему, пулять. Ну, вот это прикольно, вот это не пушил. Я не ожидал, что вот так быстро снесут эти две вышки, они на разных линиях находились, и все, тут заходит два голема, готовы. Сенкинг берет блинк, и это шанс. И пак берет блинк, и там баф стоит. И визаж. Визаж 6-го левела, все, сейчас будет бить. Будет разбивать там. Они что-то ждут. Слушай, опять они отдают свою вышку. Это так существует же Америка. Это все еще Америка. Сколько это может продолжаться? Папа у нас забирает Леона. Нет, выживут. Врываются. Сенкинг, неплохо. Варлок закиливают Дазла. И два голема падают сверху. Минус пак, замедление, минус Сенкинг. Падает визаж. Боже мой. ГГ. 18 минут. Что-то эта игра, по-моему, получилась в разы... Что-то не дотянули они. Что-то они не дотянули до 600-го марафа, я ожидал. Немного другое. Я бы даже сказал так, а до скольки слотового марфа они дотянули? Ну, на ПТ-шечка была. На ПТ-шечка была. Действительно, не поспоришь. Ну что у нас?